мусор, заросшие дворы травой. Нашли, она уже брошена. Ту, привет, вы что? Не знаете, как это делать? У вас документы какие-то есть? Ну, мои документы есть. Ну, и все. Документы. А на принадлежность? Нет документов. Позвони, да я. Что? А мы должны сторожем здесь быть. Каждый день ходить за... Родились где? Поселок Фащев, Перевальского района, Луганская область. Здесь на столбах водив должно быть. На столбах должна быть надпись. Говорю, на столбах должна быть надпись улиц. Да я выйду. Образование у вас? Высшее. Семейное положение? Жена. Пенсионер, да? Пенсионер. Домашний адрес? Курченко, 22, квартира 48. Телефон скажите. Домашний, 583-73. Городской имею в виду. Ну, я понял. Видели вы их еще вчера, да? Вчера их видел, эту машину. А ваш дачный участок 5А, да? Да. Оптик 5А. А, есть жена? Жена там тоже есть. Его. Ну вот. Это позовите. Один. Ну вот мужчина, ну скажи. Ну она тоже. Я спрашивал у него. А у вас жена здесь? Да. А можете посмотреть? Ну, что спрашивал? У нее ноги болят. А, она у нее ноги болят. Ну подъедем. Да не, под... надо сюда всех. Юр, я сейчас осмотр пишу. Ну хорошо, я людей опрашиваю. Дальше. Кор, хорошо, буду тебя понятые. Когда будут? Ты издевайся или что? Юр, ну осмотр надо, кстати. Ну мне бросит, а человека я бросит, прошу, он сейчас разберет. Я его прошу, давай сначала. Мы... Ну мне свою жопу прошу. Юра, да, у Коля. Позвони ему. Нет, Артем. Мне надо пока с него смотреть. Давай, перекажи. Юра, опроси человека по каналу. Я не общаюсь, он путает. Я с тем, который звонил. Завытащили тоже, видите. И не смотреть на это ничего. Я так понимаю. Соседям скажите. Да чего соседям говорить? Вы второй раз или третий раз напоминаете, зачем вызываете милицию? Ну вы провоцируете сейчас. Да я не провоцирую, я говорю. Зачем? Сейчас снимайте на камеру, тем самым провоцируете сотрудников милиции. Я не провоцирую, я просто понятый. Говорю. Это сделать для того, не для себя, не для тех, которые придут завтра, которые придут послезавтра. Вот я.